waited for you today, but you didn't show. And I'm never. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Чертаох, и вернулась я не с пустыми руками, как вы уже поняли. У нас на канале стартует новый летсплей, который называется Sims 4 Вампир Холостяк. Ну, в нашем случае холостячка, но это не важно. Я надеюсь, что этот летсплей-челлендж у нас получится интересным и немного мрачноватым, отличающимся по атмосфере от оригинальной идеи холостяка. И это еще не все сюрпризы, потому что именно этот летсплей я хочу сделать интерактивным. То есть, конкурсантов для нашей великолепной вампирши будете создавать вы. Нет, ну я, конечно, тоже создам там холостяк для холостяка мужчину, но в основном все остальные 6 мужчин будут вашими. Да-да-да, вы не ослышались, мне нужны мужчины-вампиры, такие графы, знаете, прям ух. И тогда мы сможем организовать все это маленькое безумие. Итак, мне нужно 7 претендентов на звание графа-вампиров города Винденбург. Почему именно Винденбург? Потому что я люблю этот город, и в каждом городе должны быть свои графы. Вот наша Лилит, ее зовут Лилит, да, нашу холостячку. Она заведует, так сказать, всем Винденбургом вампирским. Итак, давайте перейдем сразу к делу, чтобы не затягивать. Что же мне от вас нужно? Во-первых, интересный персонаж. Я думаю, что сделаем так. От одного человека я принимаю 2 варианта. Можно использовать дополнительный контент, но обязательно нужно будет мне указать, какой именно вы использовали, чтобы я его либо докачала, либо проверила, есть ли он у меня. Дальше. Второе. Мне нужна история, потому что сырые персонажи никому не интересны. Нам нужна история вашего графа, откуда он прибыл. Вы можете взять как реальные города, так и города Симса или придумать свой собственный, почему бы и нет. Нужно написать, сколько ему лет вампирических, потому что, ну, все вампиры по-разному живут, сами понимаете. Кто-то веками, а кто-то вот недавно пробудился и такой, ой, а я вампир. Так вот. История, да? И нужно еще обозначить, чем же славится его род. Как вы уже понимаете, холостячка не будет брать к себе на проект абы кого. Это прям именитые вампиры, прям, ух, какие мужчины.
Дальше, следующий пункт. Мне нужны черты характера. Одна отрицательная и две положительные, которые вы будете обязательно указывать. И тан-тан-тан-тан-тан. Мне нужно сообщить о его вампирических способностях вашего мужчины. А именно, две отрицательные и четыре положительные. Как вы понимаете, добавлю я их вашим мужчинам уже сама в процессе игры. Но вы должны будете мне сказать, вот я хочу такую-то, такую-то и такую-то. Причем, смотрите, вы можете четыре положительные использовать на разных, либо вкачать там три максимальных в одно и еще один какой-то. То есть тут уже все зависит от вас. Итак, это, кажется, все требования по мужчинам. И что же дальше? Дальше, создав персонажа, вы должны достать его из папки Tray. Там будет несколько файлов. SGI, два файла HHI, Household Binary и Tray Item. Именно эти файлы отвечают за вашего персонажа, не считая дополнительного контента из папки модов. Так вот, их нужно вам будет достать и упаковать в архивчик. Зачем? У меня есть группа ВКонтакте. Я много раз о ней говорила, ссылка будет на нее в описании, потому что теперь она нам серьезно понадобится. Кто еще не подписан, обязательно подписывайся, потому что иногда я туда выкладываю что-то интересное. Так вот, в этой самой группе ВКонтакте, еще раз, ссылочка в описании, будет альбом, который называется «Вампир-холостяк». Туда вы должны будете загрузить фото вашего Сима. Можете проявить фантазию, а можете просто из кассы сделать снимочек. Это уже на ваше усмотрение. Но чем оригинальнее смотрится фотография, тем больше мне хочется его в игру, сами понимаете. Туда, значит, вы загружаете фото, пишите все, о чем я вам сказала, то есть история, черты характера, способности. Угу. Потом, дальше, вы берете архив с вашим персонажем и прикрепляете его в комментарии к фотографии. Если у вас не получается сделать это в альбоме, а такое может произойти, вы берете и пишете в сообщение группы и кидаете просто туда мне архивчик с вашим Симом. И да, обязательно, просто вот обязательно, если вы используете дополнительный контент, говорите, какой это. Либо просто списком скидывайте, я буду его искать, либо также файлами в архиве. Тут уже смотрите, как вам будет удобнее. Потому что если персонаж будет стандартным, то я буду изменять его уже сама. Но это будет немножко, я думаю, не то. Поэтому давайте вы сами все сделаете. А я устрою вам интересную, интереснейшую игру. Потому что, напоминаю, это не обычный холостяк. Это вампирический. А значит, там можно ожидать всего. Вплоть до летального исхода и каких-то кровавых месив. В общем, это все. Все условия будут в текстовом варианте на стене в группе ВКонтакте. Ссылочка в описании. Читайте, добавляйте своих мужчин. Я выберу 6 претендентов, и мы начнем. Думаю, времени я вам дам вот эту вот неделю. Или даже больше, 2 недели. Давайте 2 недели на ваших персонажей, а дальше уже поедем. Что ж, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, кто дослушал до конца, оставляйте свои комментарии, идите в группу, создавайте мужчин, и до встречи. С вами была Чертолох, всем пока.